В общем, клюнуло пару раз на поплавок. Ловим мы тут минут 15, наверное. На донку пока никаких этих поклевок не было. Прикормил гороховой кашей, хлебом. Всем чем угодно. Ну, пока клев так себе. Фактически его пока нету. Но будем надеяться, может быть, еще будут поклевки. Потому что начало было таким ободряющим прям. Что-то дернуло пару раз даже. Было пара поклевок на поплавок. Ну, такие очень слабые, я не знаю. Наверное, селявка клевала. Ну, так. Так я не сумел, я никого подсечь, в общем. Они резкие, быстрые и все. Два раза дернет и уходит. На донку вообще ничего. Вот сейчас я на донке немного поменял. Груз побольше поставил, поставил побольше крючок, посадил там три червячка и такую искусственную кукурузу. Может быть, голавлик какой-нибудь клюнет. Ну, не знаю. В общем, вода еще не достигла той, того просвета, чтобы рыба нормально клевала. Все еще мутная, наверное, еще неделю надо подождать. Даже больше, может быть, недели две. Ну, в общем, пока особых результатов нет никаких. На донку вообще никакого эффекта, на удочку так. Очень слабые поклевки. И очень редкие, я бы сказал. Потому что так дернет что-то, дернет вроде. Ну, опять же, достать не удается. Но погода еще пока полностью не позволяет рыбе очнуться от зимней спячки, так сказать. Потому что уже за середину апреля, а все равно холодно. Христос воскрес всем. В общем, пока еще не пришла пора, наверное. Для клева. Да и погода почему-то становится хуже. Обидно, конечно. Ничего не ловить. Последние три рыбалки. Ну, такая вот переменчивая погода, она обычно таким результатом и приводит. Тучка чуть налетела, появился ветер, появились волны, стало прохладно и совсем все остановилось. Ну ничего, недельки через две, я думаю, уже будет повеселей. Потому что уже сейчас появились какие-то некие поклевочки, хоть и редкие, но все-таки появились. В том году, в апреле, точно то же самое было. Тоже почти никаких поклевок. Тоже вот такая переменчивая погода. То ветер, то дождь, то снег. Поэтому я, конечно, не удивляюсь таким результатом. Ну, в мае, надеюсь, будет лучше. Закончилась, в общем, наша рыбалка. Вот куда-то забрели. К заливному какому-то месту. Видимо, вода из Дона сюда постоянно заходит. Даже вот в этом году, когда не было разлива, все равно вода зашла чуть-чуть. Не знаю, зашла ли сюда рыба, конечно. Я думаю, что вряд ли. Интересное местечко. Глубина, кстати, прям
судя по всему, хорошая. Ну, блин, тут яма сразу. Буквально. Ох-ох. Глубина тут очень большая. Прям сразу же. Кто-то тут свою кормушку, в общем, на ветку забросил. Красиво. Течение здесь такое прям интересное. Но тут далеко даже их бросать не стоит. Вот. Обалденно. Интересные находки. Еще один груз. Еще один груз. И вот еще грузик висит. Прям на корне. Место это явно надо приметить. Потому что смотрите, вот лопата. Опа! Неплохо, правда? От берега сантиметров 20. Опа! А вот еще лучше. Капец. Очень большая яма. Вот как ни здесь должна водиться крупная рыба. Может быть, крупный лещ, сом, галавль. Класс. Если здесь хорошо прикормиться. Не знаю даже, как приметить это место. Очень классно. Глубинище обалденное.